Время 7:30 утра. Сегодня воскресенье. Мы, Юра, где? А мы у Падострова, ближе к Омушу. Вот. Там Архангельск. Трубы. Там Северодвинск. А это Кумбыш. Народ прибывает. Палатки ставятся. Красота. Морозное утро. Минус 9. Вот мы сейчас уже на этом водоеме. За это время мы успели поставить палатки, просверлиться, сесть. Ну вот, кое-что половить. Попробовали. Клюет мелкая навага. Корюх проворачивается мелкий, который тоже отпускается. Ну и вот такая вот рыба. Будем ловить дальше. Прошел еще час. Вода продолжает прибывать. Рыба клюет неохотно. Практически на игру. Вот. И шибко ее и прибавилось. Сега пока я не видел. Ни поклевки. Мелкая навага. А вот, кстати, что-то там у нас клюет. Эх. Будем надеяться, что сейчас еще раз подойдет. Вот. Настойчивая какая-то мелкая рыбка. Не может заглотить червя вяленого. Не хочет она сниматься. Ладно. Если не забуду, через час еще раз включусь. А так, на улице ветер. Солнышко зашло за облака. Всем пока. Прошел еще час. Ветер дует, рыб не клюет. Там вон лагерь около дороги, которая раньше была автомобильная. Время, первый час. Такой вот у нас расклад. Пойдем посмотрим, как у ребят. Так, с проверкой. Ты чего? Совещаемся. Ну, понятно. Ему уже складывать некуда. Пойдем, Юра, твоего сега снимем. Тут еще веточка была. Вот. Мы сравним его с термосом. Во. Да. Зачетный сиг. Ради этого одного сега он и приехал сегодня сюда. Да. Смотри, как у него все шевелится. Рыбы наловил, аж смотри. Весь этот шевелится куб. Что и делает там? Ты что делаешь в кубе-то? Разбиваю. Заходи. Вдруг что-нибудь клюнет. У меня разбросано. А? Покидалось еще? Не. Так вот, Юра. Ну, ладно. Бывает и хуже. Нормально, что делать? Что делать, что делать? Ловить надо. Так ловить, уметь надо. Не умеем, так вот, будем тренироваться.
Ну что, время час. Клевать вообще перестало. Выловил я 50 корюшин и одного корюха, который самый большой. Сейчас подошла, стала клевать нано-навага. Вот, она тут у меня тихонько поклевывает. А вот у меня отряд корюшин. Смотрите, как рвет палатку. Надо уже складываться и покидать, наверное, это место. Не знаю, сниму я сегодня обратный путь или нет. У меня уже одна удочка. Жду команду от ребят собираться в дорогу. Так-то. Возвращаемся домой. Thank you.